Да погоди, ты запустила так быстро, я не успел ни экран Это не захватить, дело. ни вебку не переместить, ничего, пипец Да вообще, потому блин. что мешание это, ну, особенно на первых стадиях, это времени занимает уйму. Кепки Что это именно, зло. веду? А, я думал, ведущим быть, Даже блин. подумала. Да, ну, на самом деле круто, конечно, но, понимаешь, когда у тебя стримы это твоя основная деятельность, ну, круто, конечно, что ты времени там будешь стараться больше ей уделять, но это же как твоя работа, блядь. Ну, и это нужно понимать, это нужно уважать, так сказать. Это что? А, блядь, Сандэй, охуенная картинка, давай. Так, это, наверное, сейчас она пишет здесь, типа, чё к чему. А, ты Валя быструю создала, что ли? Нет, Нет. обычно. Нет, это значит, он специально сделал. Все, эти Где ты? дорожки выпрямляют, потому что А-а-а. нельзя плодаться. Справки Кирилл, ты нету. вообще тут? На, Мы окей. начали. Пиздит, я отвечаю, я нотариус. Кирилл? Что я, этот чел просто заранее первый вопрос сделал, чтобы сказать, можете спокойно Все, слушать ребят, музыку. Это все ж не четенько тема даже. начинаем, А-а-а, начинаем. я просто нихуя не понял вообще. Ебать, паника началась. Вроде, блядь, у нас есть ведущий, я Саундтрек сам никого не игры. понял, да. Игры. В смысле? Игровые студии. Мемы. Бестиарий. Игры по фильмам. Смайлы Твича. Инди-игры. Moonbase Alpha Cover. Вот это вся охуенная тема вообще. Ну пофиг на Начинает... это. Ну, Райан блядь, Гослинг. не, теперь Святой Муниверс начинает. Гослинг уже Ладно. начинался, Чара. Так. Пускай, наверное, смайл Твича давайте. О, Так, нужно я. отдать вопрос. Кто готов? А что там Да Сеня похуй, я готов. пропустил? Давай, Сеня, ебаш. Это какие-то рофловые вопросы сейчас будет, походу. А, это смайл отвечает, не шарю. Это А я ебу, хороший. кстати. Бакардос, блядь. Ну, это твой окончательный ответ? Бля, как он называется? Ну, я думаю, Бакардос так и называется, не без понятия. Эх, блядь. Ну тут, ну, на самом деле, отчасти правильный ответ. Но тут, Вроде нет. такая приставка просто, ну шо, ну, блядь, Ты жестко. решай, Мишаня, Ну ты ведущий, да. ты Ну просто главный. тут ту Бакардос. Ты Ну Бакардос. ту пиздец важная часть, просто Ну факт, пиздец. факт. Да давайте, может, мемы? Давай Лучше. мемы. Блять, а что он говорит? Батя, снюхай тебя нахуй с А, то 40 есть. чем-то летием, блядь. Именно Батя, так. ну-ка выходи, сука. Бля, он там крутится так смешно, Да, да. Давай ебись. смайл твича дальше. Сеня, готов? Конечно, старик. Сейчас Давай. его на нохуй. Три У тебя есть Бакардоса. там Да какие-то ну. рофлосмайлы, я на самом деле их знаю, но не Да знаю будет названия. Бакарди Ивил, ебать. Да ебать. А прикинь, я не знаю. Что, ты не знаешь Да своего не. смайла? Да нет, ну я не знаю название, блядь. Ну, Ага, шит, это, блядь. блядь, попадало во Темка старичок. крыса, блядь, я не знаю. Да, Ага. ясно, старик. Блядь. Ну, сам сказал, блядь, Е-е-е. чё. Смайлик переименуйте, пожалуйста. Да я реально не выкупаю. Эстонкс. Это мистер Стонкс. Она мне больше не давай мне смайл отвечать, блядь, Я буду давать только тебе их пожалуйста. теперь. Дэнсайд. Нет, я знаю как. 1000-7. Я знаю, как правильно. Куль. Ну вот, в принципе, Гуль да ну Дэнсайд. он подвел, в принципе, правильно, но тут ответ Но он не просто так. назвал корень мема. ZXC. Не, а, погоди, а как корень мема? Какой корень мема? Я знаю. ZXC Не, гуль ну я засчитаю, ну он Дэнсайд типа из. сказал, Ну это же дэш, я блядь. гуль деп, ну Ну, я гуль корень. типа, а в деп в скобочках, блядь. Ну, Ну да, не знаю, нормально. я ничего в этом такой, мне кажется, он, It's ну... all it has been. Да, это да. Не, ну Сандэй сказал про гуль, я считаю, это Да нормальная нормально. Окей, тема, окей, да. нормально, нормально, нормально. Ну да, два мема в одном, он один же назвал хотя бы. Ой. Ну Сандэй, ты шо, блядь? Ну Сандэй, ну ты, блядь, должен это знать. Не Why do you уверен. come? Я не понял. Ну ты пиздец, Киря. А ты его понял, типа? Наверное. Ой, бля. Ну это-то. Блядь, это... Сука. Ну, я не помню, что там. Я даже не помню. Это мотылек свет, типа, и... Ну так название скажи, Стикли. голова. Мотылек, жаждущий света. Блять, голова два уха. Это же моль. Ну это Это, по-моему, моль. Ну там да. маф звучит, Лэмп. да.
подписано было про моль, если что, поэтому... Так, бестиарий. Да, ну, я готов. А что это за бестиарий? Что это за хуйня? Ну, что-нибудь. Ну, животные там всякие. Крафта, Ведьмака. Давай. Животные, монстры там и прочая хуйня. Взрывоопасная штучка написана. Крипер? Это что-то нифига не... Крипер, крипер. Ну, так крипер и есть. Так, а чё, я же сказал, я не услышал. А, не, у меня просто не было то, что, ну, засчитывать ответ или нет. Только сейчас появилось. Понял. Ого. Снорк. Ебать. Бля. Охуеть, у типа фантазии работает. Да, жестко работает. Кто-то на это дрочит. Ты ведьмочка. Блядь, ну ты Сеня даешь, блин. Да, я по пингу мужики перекладывал. Я думал, я первый буду, кстати. Просто префами. А у меня не грузит, не быстро. Но я не могу в браузере играть. Что за хуйня, блядь? Да, блядь, ты чё, чел? Это, блядь, это из Fallout'а, коготь смерти. Хорош, ну, блядь, Сеня, то, что ты не это, не узнал, я удивлен. Не, я реально не узнал, что-то. О, ну Даня тоже должен ответить. Блядь. Ну, я понимаю, что это такое. Это суккуба какая-то, нахуй, с Dragon Age или чё это? Может, это какой-то эфрит, блядь, а не суккуб. Блять, ну... Или суккуб, или ифрит. Ну, бля, похоже на ифрит. Ифрит, наверное, не то. Это с доты, наверное, у этого инвокера, да, призывное? Да нет. Ты что, орёшь? Корж? Нет, это с какого-то Dragon Age. Огненный Тронах Стесса просто. Тронах из Стесски, точняк. Бать, ну это, сука, наверное, одно и то же. О, это с XCOM'а. Хуйня. А ты прав, блять. Бля, я не знаю, как она называется. Это просто змейка. И на пришеленец какой-то. Я пытаюсь вспомнить, это... Вайпер? Охуеть, а ты жесткий XCOM'ер, что ли, Сандей? Я один раз проходил всё лишь. Фига, ну запомнил так же, блин. Потому что они противные, пиздец. Да, это письмо, мы дальше. Я не готов. Универса давай, старичку этому. А что там за вопрос? Масмайл отвечает. Давай, ладно, давай, похуй. Блять. Ну, Шмель 220 или как он там называется? Не, ну название, ты шо, Даня? Шмель 220. Как он называется? Блять, сука, ну я 100 раз видел. Жужила, блять, ёпта. Хорош. Да, точно. Жужила. Шмель 220, поинтереснее название. На, Сенечка, ебать. Думаешь, бля, я сломаюсь? Давай, нормально. Блядь, жрус какой-то, я не шарю тоже. Ну, это окончательный ответ. Блин, а что это может еще быть, блядь? Я просто хуй знает, так оно или нет, ну, наверное, так. Ну, да, наверное, да, я не знаю. Ну, я, подожди. Блядь. Жрусопи еще, может, какой-нибудь, но... Охуеть, старик, ну это жестко. Охуеть, неплохо. Это жестко. Хорош. Ну это чисто... Ну я бы тоже ответил жрус, блядь, ну... Я... Это чисто потому, что есть маленький опи-оп, ну, блядь, чисто и по нему. Ну что, Мунечка, блядь, готов? Нахуй. Давай, ёпта, ебаш. Или кто-то еще хочет? Давай, ну или кто-то еще, Сандей? Я дэм универсу. Давай, ладно, хуй с ним. Поехали, ёпта. Джокер хэнд, ебать. А шо, и реально? Ну, блядь, попадание в яблочко? Да. Охуеть. Бля, я даже не видел его никогда. Назови все три, блядь. Ебать. Я только первый знаю. Фаербур? Или третий. Так. Мне кажется, это Саркет Спитер, блядь, и Сёмка Хантер. Хорош. Бля, охуенные смайлы, блядь. Саркет Спитер. Неплохо, блядь. Ну, Стерёха объективно. Вот Стерёха и с тобой, блядь, в этом капюшоне пиздец охуенные. Я, блядь, помню, как ты эту карту тренил. Очень смешно, блядь, было. Ну, Аватар? Ну, в принципе, да. Я не знаю, вот это зачем вначале говорить, блядь. Если это очевидно. О, блядь, это ж это хуйня, как её... Фир, нет? Нет, Сандэйч, к сожалению. Это игры по фильмам. Это какой-то нахуй звёздный десант, блядь, наверное. Похоже на это. Не, ну это наверное, пиздатая игра. Я в неё не играл, к сожалению. Но хочу поиграть. Бля, эта игра реально охуенная. Я думал, она получше выглядит, если честно. Ну это, блядь, как GTA, только не GTA.
Драйвер, что ли, блядь? Мафия? Ну, блядь, это ж... Ну, это Godfather, типа, блядь. Бля, ну игра же вообще не по фильму, не? В смысле, по фильму. Там даже этот, блядь, актер нахуй есть, ну, типа, сделанный в игре. Забыл, как его зовут. Выбирайся. Сам Дон. Ну, это Вульверин, блядь, X-Men. Ну... Ну да, да, Origins, типа. Все, правильно. Выглядит прикольно, кстати, игра. Она вообще охуенная, да, ты чё? Охуенный факт. Ну, Сеня. Блядь, что-то знакомое, блядь. Ну чё, блядь? А, блядь, я понял. World War Z? Да, да. Я смотрю, блядь, ну, какой-то интерфейс, блядь, один в один. Зачем мы дропнули-то её? Хуй знает, я не знаю. Бля, я знаю, что это крутая игра. Блядь, а как она называлась? Ну, сука, это там... Ебать, я понял, называется. А, да я понял, я забыл. Там где чел, сука, мухи крылья отстрелил, да? Это он? Блядь, или не он? Бля, наверное, я не помню просто. Я так, ну хорошо, фильм не помню. Не могу сказать на русском. Блядь, какой-то тип, бля, особо опасен, типа, такого же. Ну, хорош, хорош. Нифига себе. Есть фильм. Она, блядь, такая короткая, пиздец, на самом деле, эта игра просто жесть. Там Марлон Брандо, да-да-да. В этом Godfather'е. Ой, дюшасина, это не про меня. Или хуяришь, что в эту залупу. Тереха, наверное, играл в нее по-любому. Миленько. СС-13 его вспомнил. Ну, типа. Ну, блядь, это нахуй великая игра. По факту. Бля, Сеня, ты попробовал, тебе бы охуенно зашло бы тебе. Как эта залупа называется? Ну да, про боевые искусства такая, с масочками там, да. Блять, на Авро, а, да? Абсолвер. Абсолвер. Сука, не успел. Ого, ну это, блять, это надо знать, я не знаю, как иначе ответить. Бля, так на больше чем-то похож, блять. Первый раз вижу на самом-то деле. Было бы это больше. Тоже первый раз вижу. О, ну да. Ну это что-то Monkey, блядь. Monkey Island. Ну тут в принципе... Блядь, это... Quest, что-то такое. Ну, думай. Блядь. Первостепенный ответ не засчитаю. Это Main Quest, Game Quest. Ну давай, как-то покрути так... еще. Квест-зон. Не знаю тогда. Майн-квест. Да, вот ты вот... Блядь, ты говоришь верные вещи, только... Противоположные, блядь. Но квест там есть. DLC-квест, а не майн-квест, блядь. Откуда ты вообще знаешь такие вещи? О, это я тоже... Не, ну это вообще... Тут какие-то эти... Какие-то игры хуйпоймические. Ну, индюшатина. Ну да, ну это прям какой-то вообще даже не это неизвестное. Не, ну респект, он взял реально игры, которые хуй кто знает, чтобы не было такого, знаешь, типа Террария, блядь, а и сидишь Starbound. А реально сложные, которые мало кто знает. Mm-hmm. Ну вот эти последние игры я вообще впервые вижу. Угу, ну блядь, ост-игры, кавер, ну ебать, темы, конечно. Да нормально еще. Блядь, ну это Mortal Kombat... 11. Да, да. 11. Хорошо. Сука. Бля. 10. Да. Охуеть. Такая интересненькая игра. Это Mirror's Edge 2. Да, Сундэй хорош, ну ты мочишь, бля. Блин, я знал, какой-то Watch Dogs, но, блядь, вроде не Watch Dogs, да. Не, ну оно, если не знаете, то не знаете. Remember me. Да-да, Тереха я вроде так, проходил. Она такая прикольненькая, типа. Боёвочка там сочная. Это Thief. Thief, yes. FIFA. Да? Yeah. Эх, задатки этой игры были, конечно, мощные. Evolve? Да. Ебать. Но... Так она и умерла, блядь, к сожалению. Неплохая была, да. Вот это прикольная игра, кстати. Блядь, как Gears of War выглядит. Отвечаю. Ну, отчасти так и есть. Там даже можно было голосом управлять тиммейтами. Прям, ну, голосом пиздеть им, и они слушались, хуя. Типа. Выполняли задачи.
Нифига себе голос. Да, но я так и не смог настроить эту хуйню. На английском надо было говорить. Это какой-то Need for Speed? Во, это игра, это последняя часть серии, которая вообще, блядь, не была ни на что похожа. Блядь, это драйвер? Ну а часть... Бля, ебать ты хочешь. Бля, драйвер первая там, или какая-то там первая, вторая, я не помню точно, вроде вторая. Супер охуенная игра была, просто пиздец. Сука. А я третий пусть будет. Эх, ну Киря, ё-моё. Не, ну, там... ну тут просто именно... Там название? Ну да, но с частью тут поддушить надо, типа, мне вообще кажется. Вообще там написано на номерах, что да, это... Да, Сан-Франциско. Как... Там всё на номерах было написано. Ну... Так, а сты? Это Red Alert. Хорош. Третий. Хорош. Просто Red Alert. Это на любой, наверное. Да-да, там только марш. Классика. Undertale какой-нибудь? Да какой Undertale, ты шо? Это какая-то бит, ну типа на приставке по идее играл. Блядь, да ты шо, старичок? Контра, бля, не? Мишань, что там делать надо? Бля, ебашится, ебашится вообще просто пиздец. А. Похуй, это жабы, Battletoads. Хорош, ну бля, ебашится пиздец. Окей, у меня было два варианта, либо Punch Club, либо Battletoads, бля. А, да, ну Punch Club там такой посвежее саунд уже. Ну да. Но там тоже пиздиться надо. Punch Club лишь звук из Тетриса. Блять. Интерстеллар. Мне кажется, тут у Сени только есть какой-то шанс, наверное. Да я графон всегда музыку в играх вырубаю практически. Да ебать, в такой игре музыку вырубать это грех. Наверное, что-то во что я играл только. Ты здесь. Играл, да. Ну вроде бы играл. Блять, а может не играл, мог наебать. Ах, старик, конечно играл, я же, блядь, марафонил каждую часть. А, ну часть. Вот, да, но я просто не помню, играл ли ты в самую первую или нет. Я во вторую только не играл. Тише, тише. Возможно, вы играли в нее, когда были помладше, гораздо помладше. Так сказать, вам купили ее как развивающую игру. Блять, я, сука, в нее, блядь, 25 играл. Ну так почему бы и нет? Ну, я просто. У меня был диск, бля, я помню, малым пиздец был вообще. Ну, блин, сложно, я реально тупо музыку никогда не запоминаю. Да, не тыкай. А, да, сори, ребят. Ну, это. Это тяжко. Это Супер Гексагон? Ну, блядь, ну только если ты играл в это, да, ты сможешь угадать. Я вот хуй знает, что это такое. Жестко? Будь с музыкой Шрек 2, блядь. Какой-то Рубинова жесткая, походу, должна быть в игре. Я даже не знаю, что это за игра, поэтому даже не смогу представить, что там под этот саундтрек происходит. Не знаю, это либо какая-то гонка, либо реально какая-то типа дума хуярила. Я не знаю, что такое Шин Мегами Тенсей? Я не знаю, что не, это. Не знаю. Я сейчас загуглю Шин Мегами. Легенда PSP, говорят. Что сказать? О. Это в компании. Как это... Да. Как это? Project. DMC World или как она? GSM World, блядь. Ну, Сталкер тут сделал, ёпт. Да, ну, да ладно. Как название-то? DMC World или как она там? Ну, по буквам, три буквы скажи. GMC. М вторая. Михаил. Сейчас, подожди. G, там точно сейчас, я вспоминаю заставку. G. GMS World? GMS, да. Сука, GMC, значит, GSC, блядь, GSM, G7, блядь. GSC, блядь. Да. GSC. Потом GSC. Уже, ну, потом сказал нормально. Я так и знал, что она будет, и вот я думал, Mass блядь, Effect. Так и не вспомнил, но я сейчас вспомню, да, я знаю, я уже готов. Да ты шо, Dragon Age. Я уже готов. Блядь.
Я просто знал, что здесь будет ебучий Dragon Age, но я не успел вспомнить, блядь. А я знаю, знаю, все знаю. Да я знаю, ты знаешь, старик, блядь. Да ебать, сейчас отвечу, Сеня, блядь. Заберу поинты нахуй. Ну что, Сеня, давай, ответ. Бля, я забыл, не могу. Ай, блядь, жопа нахуй, тыкнул еще. Пивовар, блядь. Пивовары, хорош. Компания сговнилась, кстати, невозможно. Просто да невозможно. Да. Ну такое знать надо, мужики. Это основа. Activision. Да ты че, голова? Да, это издатель, Даня, разработчик. В смысле, блядь? Там же всегда, когда включаешь... Ну, Activision — это издатель, как EI, типа. Там такие вот эти вот... делают кубик еще. Вокруг буковки. Я правильно понимаю? Нет, нет. Я не знаю, что... Нет, честно, не знаю. Я сам не уверен, но типа я скажу... Activision. Это все, что я знаю, блядь. Охуеть. Это Infinity War? Ну, конечно, блядь. А, ну, да. Хорошо, что я не сказал. Да. Папочки. Пец. О, ну это тоже. Ой, нихуя не грузится, ёбаный рот. Вы, бля, первые вообще не смотрите. Меня ничего не загрузится. Смотрите, смотрите последние, ребята. Там Elden Ring в конце. Бабадзаки. А можно Бабадзаки назвать? Не. Ну, не Бабадзаки студию называется, к сожалению. Бабадзаки студию... Бля, не знаю, честно, тоже. Загрузилась? Паузу можно снять, загрузилась, да-да. Так сказать, откуда они? Ну, это From Software. From Software. О, ну это... Ну это уважаемая студия. Блядь. Как... Примерно как ботинки в Доте. Bethesda, что ли, нет? Да нет, Даня, а ты издатель ее называешь. Ну, Dishonored же, Bethesda, Ну, Даня, ну это издатель, типа, главная компания, но разрабатывает это другая. Да я ебал этих компаний, что за хуйня, сука, ну... Да старик, тут если, ну, типа, не углубляться в эту тему, ты хуй ответишь. Блять, я вот между двумя, я не уверен. Он сказал, как ботинки. Между двумя чатами, ёпт. Аркейны какие-нибудь? Yes. Жестко. Чего тебе подсказывать, очков много? А ты знал, Вали? Не. Я путаю студии, компании всегда. Похуй, блядь. Microsoft, сука, твари. Блядь, Даня, ты заебал. Ну, конечно, блядь, конечно. Не, ну у них на самом деле вообще есть Microsoft Game Studios, да, но они тут не участвовали. Они дальше вроде бы делали какую-то там игру или помогали. Ну тут, бля, я даже не знаю, как. Вот. Очки пыть, потому что пыть, блядь, то их экономит Банжи, тут, блядь. Да. Ну тут типа либо знаешь, Баба-джи. Либо. Ну, либо знаешь, либо нет, да. Да, да. И... Бля, ну вот эти должны крутые, в Монбазе смешные каверы. Так. Можно послушать? Хорош. С двух нот только. А, Game Studio Scars издатель? А, да, ну ладно. Нихуя не слышно. Это Атака Титан? Да. Я даже не услышал ничего, как ему. Да, быстро загрузилось. Ну, Сандэм в соседнем подъезде. Потому что надо в этом. У меня тоже быстро. На сайте пиздец. На сайте? Я тоже на сайте вообще момент. Да, блядь, на нем невозможно сидеть. Там отвратительный интерфейс. А что, назвать игру? Да, это бесконечное лето, она. Так что... Да, это бесконечное лето. Да, это бесконечное лето, там название игры прям говорят. Это Доки-Доки Литрича Клад. А, да. Блин. А, Санден, ты играл в Доки-Доки, блядь? Там чел сказал внутри в игре, Доки-Доки спел. Нет, я не играл. Ту-ту-ту-ту-ту, Undertale. Хуй его знает. А чё это тогда? Да нет. Да, это ж музыка из мемов, нахуй. Ну, из мемов, ну, да, да, но практически, я практически я никто не знает, блять, откуда она. Реально, мне эта музыка с роликами ББ, блять, только ассоциируется. Ну, это игра от Nintendo, короче, есть. Ну, я так и думал. Про розового пушка? Она звучит, как игра из Nintendo. Да. А, нихуя. Это сложно. Ух, это классика. Да,
Ебать, где-то в космосе летишь нахуй. В одиноком. Есть еще фильм такой. Про космос. Марсианин. Ну да. Их узнает. Космическая. Да, космическая Одиссея. Да, Дэвид Боуи. О, это Дэвид Боуи. О. Это Evanescence, Bring Me To Life. Хорош, блядь, жалко, я припев пиздец. Давай я тебе это, поинт, сколько там дают поинтов? 600, да? 600, да. Это 1200, я тебе должен сделать 1500. Да, давай послушаем. Почему? Блядь, это мой сын. Очень хорошо, да. Так, Валюхи, полтора. Это Мишаня просчитался что-то немного. Почему? Ну, у нее было 300. А, да, 900, я понял, да. А я не стала возражать, считать не умею. Используйте комментарий к теме, чтобы не писать одинаковый текст. Что нахуй? А, это рекламное сообщение. Да пошла ты нахуй. О, аниме. Да, мультики, так, вот фильмы, мультики, постеры мультики. Из Африки, кстати. Фильмы по играм. Режиссеры. Сериалы. Аниме-опенинги. Данилом Универс начинает. Итак, ребята, мы возьмем, блядь, режиссеров за 200. Фамилия режиссера. Квентин Тарантино. Хорош. Даже больше назвал имя. Ну давайте халявных сейчас подгадаем. Ну тут не такой уж халявный. А Бэтмен какой, блядь? Ёбаный в рот. Старый, Даня, старый Бэтмен, если что. Ну смотри по Битлджусу больше. Ну Тёмный рыцарь это Кристофер Нолан, блядь. А этот, это... Да хуй его знает, ну он друг Джонни Деппа. Чарли Шоколадная Фабрика там. Труп невесты. Пускай это будет Брэд Питт. Раз он ну, были близко, на самом деле. Ну, тут, да, тут надо знать. Это Тим Бёртон. Да. Ладно, я не киноман, ребята, блядь. Вот не смотрю кино, вот такой вот я человек. Хорош. Ой, ну это жесткий чел. Питер Джексон. Вот, да. Вот, ну знаешь же, говоришь, не смотришь, ну не смотришь. Ну это классика, ну кто Хоббита не знает, ебать, или Властелина колец. Это... Ой, бля, русский жмурки, Балабан. Брат. Угу, да. Хорош. Алексей. А я думал, я постоянно думаю, что его Владимир зовут, блядь. О, ну это француз. Талантливый это француз. Жак Фреско. А, ебать, Леон, Люк Бессон. Да. Угу. А, сука! Да, блядь. Я нажимал. Ох, нихуя. Ну, это, блядь, надо знать, типа. Ну, имеется в виду, если не знаешь, хуй ответишь. Мне кажется, я ни одного фильма даже этого не видел. Это японский какой-то. Это, да, японские вестерны, короче. Акира Куросава, блядь. Блядь, срочно, Миша, нахуй, в Цусиму, блядь, срочно. Ну, там же есть, типа, как раз таки, ну, много референсов на эту всю тему. Конечно, конечно. Там все с Куросавой, блядь, связано. Типа, ну, вообще вся игра по его, знаешь, в его стиле. Мистер Робот. Yes. Блять, я постоянно нажимаю на эту хуйню и хочу сказать, я робот, блять. И каждый раз меня обгоняют. Да, Миша, ты до Нового года Цусиму пройдешь? Бля, не знаю, Даня, а шо? Сделай мне, пожалуйста, подарок Новый год, блядь, поиграй в Цусиму. Я так хочу это посмотреть сват, ее у кого-то. Блять, тем более, ты знаешь, я тебе дал фул версию, я сам DLC даже не проходил, ебать его в рот. Это... Мир Дикого Запада. Именно он. Ебать, я одну серию посмотрел. Я тоже, блядь, в начале сезона так смотрел в армейке и все. Говно? Да хуй знает. О, ну это, ебать, зачарованный, наверное. Что, подружки из детства, конечно. Охуеть. Каковы, какая любимая ваша, пацаны? Ой, бля, я не помню, как их зовут, нахуй. Биби Файпер и еще кто-то. Пейдж. Пейдж, да. Бля, ну так впаду, я сериалы не смотрю. Ну, бля, а потом Билли появился. Да, Сандей, он все знает, ёпта. Пускай стоит в банк или идет нахуй. А, ну ладно. Нихуя ты, ну ладно. Бля, ну мне пока пизда Сандею. Да он сейчас угадает, ёпта, он знает. Я же ответ-то увидел, блядь.
это русское что-то, нет? Ой, ну, ебать, шо? Пореченко, блядь. А, блядь, это, кстати, возможно... Ну ладно. Не, без шансов. Это нюхач, отвечай. Это, блядь, возрождение Мухтара. Возрождение Мухтара, именно оно. Ну я тоже не знаю, что это доктор Крыса, блядь. Доктор какой-то, да. Крыса, блядь, вообще доктор Крыса. Туда его. Русский хаос. О, ну это... Это офис какой-то, блядь, или что? Хватит у мужика усы, блядь. Ебать, у меня такие усы росли, нахуй, я бы давно себя отрастил, блядь. Парки и зоны отдыха. Это, наверное, какой-то... А почему аниме Opening 1, блин? Ну, Хитмен, походу. Тот самый. Давайте. А, по играм. Да, да. Ну... А я? Лара Крофт? Да? Блять, как же звуков не хватает. Помню, был видос, короче, с Ларой Крофт в метро, охуенный в детстве тоже. В метро? В метро, она там в вагоне едет, в метро. Порнуха, что ли, какая-то? Или чё? А, это по пацанам игра, смотрите, вон Бучер, блядь, справа стоит. Ебать, реально он. Ну это ж их так коронавирус. А ну вообще не, да? Нормально, нормально. Это Дум, блядь, пацаны. Фильм пиздец усачный вообще, блядь. А я в детстве обожал фильм Дум. Assassin's Creed, блядь. Да. Блядь, фильм такое говно, вообще пиздец, еле досмотрел. Только ради Фассбендера. О, ну это, кстати... Интересный фильм, но он на игру вообще, блядь, не похож. На GTA, что ли, блядь? Там Макс Пейн? Да. Товчик, сверхъестественная хуйня какая-то там вообще происходит. Да. Оо. А серьезно, Kingdom это, блядь, это по игре фильм? Реально, Kingdom Come какой-то? Блядь, во имя короля история сады подземелья. For the King, нихуя. Да, For the King. For the King. Блядь. Актеров, да, подобрали, мне кажется, как надо. Это Константин. Охуенный фильм вообще. Костик. Бля. О, ну это классика. Шмурки. Шмурки, да. Эфиоп. Эфиоп, да. Русский я. Я русский. Миллионер из трущоб? Да, да. С вами в Skype, спасибо большое за 13-й. Бля, он на сайте кайфово. Ребят, не согрузилось, ты уже ответ даешь. Говорю за рисавочку, спасибо. Кот да Винч. Это он. Бля, кстати, интересный фильм. Он хоррор, типа, или что это? Ну, он такой, типа... А-ля детектив, триллер, такой, да? Триллер, ага. Да. Это тоже классный фильмец, кстати. Это «Области тьмы»? Еп. На таблетосах, так сказать. Mm-hmm. Просидели. О, ебать! А как она называлась? Это же тот, блядь, самый Сид Хэтхэм, блядь. Блядь, это смертельная гонка? Да. Первая часть охуенная, а потом дальше такое говно вообще начали снимать. Просто нереальное. Так, постеры из Африки, кстати. Робокоп. Да. Бля, ну качественно нарисовано, part кстати. Part Man, Part Machine. Так это фильм, типа? А. Матрица. Да. Блядь, жалко, у меня перекрывает на весь экран, нахуй, прям эту картинку, не дает посмотреть. А нельзя перенести? Типа? Нет, не переносится. Ого. Бля, ну качественно. Адский мальчик. Адский мальчик. Бля, так они реально охуенно рисуют. Я, кстати, так не смотрел Хеллбой ни разу. Ну, первые две классные. Ого. Ну смотрите, просто присмотритесь, если... Да, это мумия. Мумия, да. Бля, охуеть. Первые две мумии охуенные вообще фильмы. Последняя, я помню, супер ёбичная, прям кринж. Да, такая. Блин, а как это Пинхед, это фильм-то называется? Фантомас. Я знаю, ебать, я знаю. Кто, Киря? Фантомас. Ебать, перебилось то, что ты ДБД играл. Киря, загугли, пока кто такой Фантомас. Ну, похож. Восставший из ада. Да. Ну, тут, блядь, тут странно, конечно, вторую часть сделали, типа, Восставший из ада 2, но это ебанись душить. Один хуй. В ДБД, ребята, не зря играл, блядь. А что, он такой есть? Он там разве Восставший из ада называется? Да. Но он называется по-другому, Пинх, ну, типа, он по-другому, но я в чате спрашивал, почему у меня. А, ну, слушай, ну, тут меня остановили, Валюха, нет. I came.
Это, я так понимаю, вторая часть. Это не... Ну ладно. Душный разрушитель. Вот там просто неправильный ответ Конан Варвар, блядь, было написано. Правильный Конан Разрушитель, неправильный Конан Варвар. Тут как бы хочешь, не хочешь. Аниме опенинг. Ебать, ребятки, ну кто нахуй? Бля, ну это ох... Нет, ребята, Сандэч, это будет блядь, охуенно. Сандэч. Давай, Кири. Ты ж смотришь, блядь. Ты ж смотришь. Никогда не смотрел последний раз что-то. Давай. Ебу. Про ментов. На аниме опенинг. Послушаем. А, у нас выбора нет. Вообще есть, могу нажать. Бля, ну Кири, их там две. Ну я всегда путал, вот честно скажу, но пусть будет улица разбитых фонарей. Ну вот, блядь, а второе какое? Второй... О, блядь. Это не улица разбитых фонарей? Нет, вот их есть две, и они одинаковые. Это вот улица разбитых фонарей. Опера, а вот это убойная сила, блядь. Да их столько до пизды. Бля, все это НТВшная, сука, по-моему. Ментозавры, блядь. Приключения Джеки Чана. Охуенный мультик вообще. Да, лучший. Причем это аниме, ну типа рофл. Тоже крутой. Man in Black. Опенинг просто разъёб вообще. Охуенный опенинг. Да и у Джеки Чана опенинг пиздатый. Ну да. Не, вот тут именно качает у людей в черном. Да, да, у людей в черном качает. Блядь, перекрытие пиздец, не успеваю. Нахуй не мог его. Даже не грузится. Блядь, это... Сука, нахуй я кликнул, блядь, никогда эту хуйню не смотрел. Королева. Какая-то Элма, Велма. Королева, блядь, Сандэй. Королева Виктория. Да пошел ты, блядь. Дарья. Да. В чем королева? Ну, Квин Даша, блядь, потому что. Думинку. Еще очередное говно. Ой, блядь. Totally Spice. Да. Жизнь и приключения робота. А, да, видимо. Жёстко, вообще, прям слово в слово. Если бы ещё, блядь, тире сказал, дефис вообще развал бы был. Эту хуйню только на Rule 34 видел. О, тихо, не торопитесь, не торопитесь. Название полнометражного мультфильма. Блядь, это, сука, порнуха какая-то. Нет, просто типа полное название. Чебас реально какой-то творится. Да, да. Ладно. Ну тут просто тут черепашки из двух типа да. Этих поколений, грубо говоря. А, точно. Ой, блядь. Какая же знакомая хуйня. Ну, самый сложный выбрали вначале. Блять, 101 долматинец. Да нет, Кири, ты че? Бля, я недавно вспоминал игру 101 долматинец. Бля, какой-то это, Гарри Поттерская хуйня какая-нибудь. Да нет, лаборатория Декстера. Блять, я даже не знаю, что это. А я только музыку эту по мемам знаю. Возможно, это My Little Pony? Да. Бля, я вот блин, вроде слышал, играл, сука, я, блядь... вроде играл и не знал. Вообще, даже не слышал мелодии как этой тебе, кстати, ни разу. Как тебе, кстати, Сеня? Нормально. Нормально геймплей прошел. Давай, злюки бобры, да, Сеня? Да, да, злюки бобры. А как, я просто не знаю на русском. Сколько просто, сколько раз уже, блядь, играли паки, всегда было крутые бобры, и ты злюки бобры, блядь. Ну я вроде не знаю на русском. Прочитал, не знаю. Ну уже классика просто. Это просто Happy Three Friends. Да. Ужасная хуйня. Бля, ужасный мультик, реально. Бля, там такие игры охуенные были, по ней еще пиздец. Бля, я в детстве как смотрю, сейчас вспоминаю, ебать, какая же хуйня, блядь. Ну, радиоактивные люди. Да, хорош. Это радиоактивные люди. А, подожди, ну да, радиоактивные. Это я что-то про Man in Black подумал. О, это классика. Человек-паук. Да, охуенный. Мда.
А, еще третий раунд. Нихуя не услышал, блядь, кроме Битлджуса. Здорово, финиш. Добра, хороший пак. Это с дилки дал? Да, да. Да, хороший пачок, ну, охуенный пак, реально. Угу. А я сначала Гачи думал просто, что он не редактированный, типа, с DMC, а потом я увидел, что подпись, типа, там, DMC нету, там, в основном мосты и так далее, такого, тогда базар. Футбольчик. Байкхорн кавер. Давай, Кири. Что там? Игра? Rocket League. Хорош. Какая-то же дрочильня чисто. Да. О, ну тут надо... Ну это PS 21. Ух, жестко, а как ты помнишь, что 21? Я же играл в неё с Максоном сколько, да, блядь. Пиздец, ну как будто никуя. Они там все это отличаются нереально. Ну это, ну просто видно, я ж типа конкретно... Бля, я по графону смотрел, думал, где 2011, нахуй. Это Football Manager. Год надо, если надо, то скорее всего это 20... Блядь, а какой последний? Ну короче, это скорее всего последний, типа 22 или 21, я не знаю просто. Ну вот... Ну ты, сука. А ты играл в разные, блядь? Ну я... Нет, я в один играл только. Ну это 20... Это типа один из последних, я просто не знаю. Скорее всего, 22-й. Я просто не знаю, возможно, у них там, блядь, интерфейс везде одинаковый, ну и как ты, блядь, поймешь? Ну, я не... Там, мне кажется, цвет меняется. Ну и типа это... Я думаю, что это последний, так что пускай будет 22-й, похуй. Ну вот смотри, я... если бы ты был неправ, ты бы задушил себя? Да, если честно, нет, наверное. Это же ебаный футбол. Ну вот я про то же, блядь. Ну вот максимум, о чем я подумал, то что... А ты играешь в годах, типа, ну, в годах, которые играешь, ты, можешь ли ты играть в прошлые года? То есть в 21-м ты можешь? Блять. Ну, я верну, если что. Ну, блин, я все-таки... А какой там был? Я чуть да это 20-й, блять. 20-й, блять, да. Охуеть. Ну, блядь. Вот я играл 22-й, он точно такой же. Точно такой же, да, ну окей. Я да. По футболу ничего не шарю. Так, это сколько... Сейчас, пауза. Сколько я тебе должен тогда там? Это 900 20-й. Был, да? Да. 900, это плюс 1800. Нет, так фикус, я это... открыл просто библиотеку, чтобы чекнуть, в какой я играл. Я просто не помню, я в первый или во второй играл, но... Блять. Я не знаю, здесь, если можно поставить скриншоты его, но он точно такой же, блять, вот где. 13-400 тоже фиолетовый по бокам, блять. Наверное, мог ошибиться. Да похуй. В принципе... Ого, ну тут... О, да. В смысле выбирайте? Что за хуйня? Я не знаю. Магануло? А. Я ничего не тыкал. Я тоже, я охуенно думаю, что я отвечаю. О, ну это, блядь, это забавные, забавные игрульки. Их там вообще дохуище было на самом деле. Короче, цвет менялся в зависимости от команды, глобально перерабатывали интерфейс один раз в 19-м или 18-м. И все, да? Ну да, да, охуеть. Я говорю, просто он в один просто. Охуеть. О, я играл в эту хуйню! Блять, ну, я еще спрашивал тебя, а как она? А, ну блять, она такая, да. Тут Цубасу? Ну, а кто он? Цубасу Азора, блять. Не, ну кто он для команды? Блять, а кто он? Нападающий. Нападающий, блин. Сука, я хуй знает, как она называется правильно. Я просто помню, что Цубасу, и я увидел, что его зовут Цубасу. Ну кто он для команды, блядь? Не единственный. Заебал, блядь. А, я не знаю, лидер. Ну, не защита. Не. Ну ты че, блядь? Он капитан. Капитан Цубаса, а, как... конечно же, блядь. Сука. Ну игра очень веселая на самом деле. Как-нибудь пройдите, если не играли. Шапокляк, старуха. Yes. Синий экран. Муни, тебе там весело? У тебя тоже синий экран? Да, да. Я, да, вообще пиздец, веселюсь нахуй. Зайдите просто. Ой, это этот. Это Аид. Аид. Подожди, а, ну ладно. Это Аид, Аид. Нормально все. Саруман. Саруман. Блядь, да сука, грузись! Ты хочешь, я паузу поставлю, ты перезайди. Overage сайт, enjoyer. Это не даст. Бля, сайт это реально даст. Охуенная это тема. Хуйня. Так, Сандей, с правильной озвучкой, пожалуйста. С вишенкой, что ли? А я забыл, как он, что он говорит. Да нет. Дио. Нет. Ну, бля, а как он так говорит? Ну, это был я, Дио. Ну, да. Да нет, ну там постоянно, типа, этот, Джотура или кто-нибудь, Дио, таким голосом прям жестким.
Дё-дё. Блядь, нахуй нажал, я говорил, Шреддер, блядь. Это... блядь, что за подсказка? Да, не, вообще я думал, это кто-то другой. Шалкан. Ну, не, жестко. Это не он. А, блин. Это он. Это ну, я бы вспомнил, да. Справедливости ради. Шреддер. Там просто еще кто-то есть. О, блядь, ну это жестко. Это чел из студии Дредда? Нет, из Блейда, по-моему. Это ну, есть такой фильм «Разрушитель» с тоже со Сталлоне. «Разрушитель». Не, ну Саймон Феникс — это жестко, бля. Я хоть этот фильм смотрел несколько раз, но я бы не вспомнил тоже. О, блядь, угадайте. А какой из? Это Добрыня Никитич. Да, хорош. Жестко, да. Это который открывается. А ловко ты это придумал, да? Это он? Да. Зорро. Зорро. Люк Скайуокер. Мощный, разваливаешь. Бля, смотри, как быстро, блядь, вспоминаю. Так он догоняет тебя вообще на этих, на быстрых шагах. Сеня, давай. А нахуй я нажал? Загрузилась. Это, блядь. Зельда, да? Да нет, это не Зельда. Блядь, как его зовут, сука? Так можно, ты же игру эту любишь, назвать? Супер, нет? Ну, я играл в нее, но я забыл, блядь. Это... Ну, пиздец. Мне просто вылетело из головы его имя, блядь. Я не помню. Ладно, похуй. Ай-яй-яй. Это Линк? Да, да, блядь, это Линк. Виджей Линк. Сука. Ну да. Ого. Ну это, блядь, да, это надо знать. Ой, бля. Это хорошая. Фокстейл, наверное, какая-нибудь. А нет, она же Фокс? Она Фокстейл? Нет, Фокстейл это желтый, который. Другой. Это Эми Роуз. Эми Роуз, да. Она же не лиса. Ой, а что так, блядь? А какая? Есть Пинки Пай. Я пролетела, блядь. Starlight Dash какая. Я знаю только одну, пусть это будет Fluttershy. Блять, вот он одну единственную выбирает, блять. Охуеть, блять. Гача игры. Это с коллекционированием персонажей вроде бы. Ага. Гача. Первый Геншин проверять. А, блин, я думал гача типа гачи мучить. Нет, гача именно. Ну давай, Даня. Ебать, чел. Блядь, Даня, ты знаешь. Это Геншин, можно же не ждать. Так и хуй, блядь. А, блядь, ладно. Ебать. С правильным голосом, пожалуйста. У меня еще... А, это... Raid Shadow Legends. Хорош. Лучшая игра, блядь, коллекционная, нахуй. Рекламу бы заказала, блядь. Да. Эпичного персонажа. Сколько она времени у меня убивала, это пиздец. Это Genshin Impact. Да. Брат тебя все не заразил ей? Слава богу, нет. Дальше я не знаю. Ой, ну да, вот вы реально дальше хуй ответили, блядь. Хуй ответите, блядь. А, из России свалили, блядь, в натуре. Бля, реально фрейд. Сука, в чате прочитали, даже картинку не видели. Ладно, ну я думаю, нет смысла дальше ебашить, погнали шутеры. Это база. Это Wolfenstein. Ну тут вы с частью, старичок, ну типа. А где часть, типа, это новый ордер? Да, хорош, хорош, ну просто как бы слишком обширно. Ну их много, да, их много новых, их 2 или 3 точно есть. Ой, о, ебать, это же охуенная, по-моему, шпиль. Это Battlefield 2142? 142, да, она крутая. Факт. Охуенная вообще. Я помню, у меня и на это не было, я против бота хуер. Это Wildlands, который этот, Rainbow... Блядь, как он, Rainbow Six Wildlands? Или, блядь, или Ghost Recon Wildlands? Вот это, блядь. Ну вот это выбрать надо. Ну давай Ghost Recon, похуй. Нет. Блять, сука. Что ты говоришь, это ближе? В смысле, это Rainbow Six? Да не Rainbow Six, блять, их нахуй несколько частей просто. А что это, подожди?
Если бы ты просто... Если бы ты просто Ghost Recon сказал, я бы еще подумал, душить, не душить, но ты такой Wildlands, блядь, уверен. А я тоже был уверен, что это один в один. Breakpoint просто это ж вторая вроде бы, которая есть. О, это прикольная тема. Это, блядь, это... Это 13. Да. 13, бля, хорошо, хотел сказать 21, блядь. Ладно. Ой, не нажал, извините. Ладно. Ё-моё. Какие? Это девочки ему? Ладно, не знаю. Нет, мальчики. Тут не угадаешь, да. Девки-корабли, блядь. О, это годная тема. Это же новая, да, которая вышла? Бля, я бы в нее сыграл даже, а то мы тогда один раз зашли и все. Вот это вот, с которой ты зовешь, Мишань, я правильно понимаю? Как она называется? Ну, который хоррор, я прощупываю почву. ГТФО? Блядь, так нахуй уверенно подошел, сказал. ГТФО звал, все. Я просто там не помню таких стволов, чтоб я видел. Нет, там мне кажется, это как раз такие вот один в один. Я, кстати, ГТФО плюс. Да? Можно будет сыграть. Это Lost Planet. А какой, блядь? Третий. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Второй, значит, сегодня. Ну, пускай будет Lost Planet 2. Второй. Я бы, честно, сначала бы первым тоже сказал третий сценарий, так что... А, там старый интерфейс, говорят, на GTFO. Ну, я тоже за сыграть GTFO. Собрать четырех и пойти хуярить, она интересная. Ребят, что за аниме? Гуль какой-то. Смотрите на цвет вокруг него. Аура. Это что? Синий фасист. Я хуй его знаю, как они... Я надеюсь, что когда-нибудь выйдет, сука, пакс аниме, которое я знаю, и я там на все отвечу. Но такого никогда не происходит. Да, я тоже надеюсь. Я смотрел в жизни там 20 аниме. Но это как, Mortal Kombat, только Magic Kombat. Magic Kombat. Ну типа реально, я смотрел тоже где-то аниме 20, и, сука, хуй они попадутся. А это... Блять, уже название было это, кстати, только в гача играх, блять. Мирайники? Это дневник будущего. Ты что орёшь, старик? Ты его сейчас смотрел? Я знаю, там просто вот это правое похоже на сейбр. Не-не, это фейт. Да, но там еще есть альтернативное название, но, наверное, фейт тоже канает. Я с чем-то перепутал, наверное. Мироники, там девка с розовыми волосами, а пацан. Погоди, а фейт, вот этот знак зеро, это полное название было? Блядь, ну я не этот... Саня, ты сказал было, я сказал фейк. Блять! А я думаю, это говорят часть названия, не альтернатива. Ну ладно, блять, че. Там почти. Блять, ну я откуда знаю, блять. Ебать, я б такую, да. Это собака. В универсе, думаю, тоже любитель такого. Да. Сейчас бы бульпочку, блять. Да под столик. Вот какой он похож. Блять, ковбой Бибоп МБ. Похоже, но нет. Это ага. Рисовка. Наверное, да, он прав. В смысле? А хули сняли поинты? Нет, ну в смысле прав то, что рисовка такая же. Ну я не то, не это не сделал. Люпин третий какой-то. Я еще вначале Люпин Терентий, блять, прочитал. Жестко. Бля. Два актера в озвучке, я, правда, их вообще не выкупаю. Ворон всего лишь бывший рудный барон, а не маг. Разве он готика. Может осуществить подобное? Да, это то сложно. Я должен буду убить его? Ха. Это Константин Тарасик? Нет, ты шо? И это все. Он же в Donation Alert вроде есть даже. Значит, есть второй. Да, это я кричал. Порезался осколками стекла, вот и психанул. К счастью, ничего серьезного. Он в Donation Alert есть на озвучке. Дэдпул, блядь. Ну, я не знаю. А можно я подскажу? Нет. Гланс. Ладно, это вообще это супер жесткая тема. Давай Bike Horn Cover. Название трека, я так понял, надо. А, шо, серьезно? Да, старик. То что это Undertale, все знают. А, это Undertale, это... Меда, меса. Что, блядь, меса, блядь. Мела, может? А, меланомалия. Мегаломания, ебай. О. Как еще раз? Мегаломания. Ну ладно, в одной букве ошибся, но пойдет. Сука. Ломания, блядь. Ну да, там трек просит.
Это из танцев что-то. Это дежавю. Да, да. О, ну это хорошее. Somebody was wanted. Да, кто исполняет? Так а чё? Так а шо, а трек-то как называется? Жестко поешь мне. Ну это Ост-шрек? Блять, да я ж помню название, ёба народ. Так. Нет, видимо, не помню. Ну я хотел сказать Shooting Star какой-то, но это не оно. Ну вот близко, близко, Даня, давай. Ну ладно, тогда Shooting Star, что-то Star. Не, ну вот так. We All Star или что так она называется? О, хорош, хорош, да, All Star. А я думал We All Star. Ого. Это Евангелион. А, это он. Блять. Ну, наверное, я не думаю, что вы лучше кто-то ответите, да? Ну, Neon Genesis Evangelion. Пиздец ты, блядь, сумасшедший. Это самое известное аниме в мире, наверное. Ебало, Наруто представили с One Piece'ом там каким-нибудь. Мастер оф Паппетс Металлика. Блядь, хор... Ну вот это вот он нахуй угадывает, блядь. Я опять ждал аниме какое-то. Ого, ну... Опа, без риска. Ну тут тяжело, я... Смотрю на ответ. Блять, это какой-то этот? Это что-то японское. Это Наруто Сэндшторм какой-нибудь? Да не, название игры. Там игру, игру. А, вот это тоже знакомо. Это же знакомо, пиздец. Только если знакомая гристанция, не ошибешься. Не, я не знаю. Я не знаю тоже, что это, поэтому... Даже подсказать нечего. Хорошо, что без риска. Не знаешь, Даня, да? Ну, это какой-то Тоха Проджект, блядь. Тоху. А, нет, Тоху Проджект. Я тоже не знаю, что это. Ну тут, блядь, вопросы мемные остались. Да, нормально. Давайте еще. Актеров. Так, а я пикаю, да? Сори. Ни одного актера вообще не знаю. Ого, бля, походу интересная игра, кстати. Гача игр, кстати, тоже. Данжик какой-то. Girls Frontline. Есть хоть что-то, во что я играла? Ну, да, я ждал какой-нибудь Pokemon Go. Выглядит лучше, чем предыдущие две. Трагалия Лост какой-то, опять же. Вот что я узнал. Тамир заправляет рынком. Ведьмак. Это Кузнецов. Хорош, хорош. Где Волод? Ого. У тебя все на лице написано. Ты не рубишь, что я за чувак и что тебе за дело. Что ж, приготовься к просветлению. Я три Dog Knight. Верчу дисками и ума. Блять. Можешь звать меня Мистер Галактика. Я царь и бог лучшей радиостанции на пустошах. Радио Новости Галактики. Чел, да, такой легендарный в кругах озвучки. Галилео да, озвучивал Боря, еще. Да. Блять! А, я не знал. Репетур. Ты знал фамилию? Три Dog Knight. Я правда не знал, надо было Боря назвать хотя бы. I'm trying to sneak around, but I'm dummy thick, and the clap of my ass cheeks keeps alerting the guards. Это Эрмалина Бой. Хуй знает, наверное. Что такое? Он чуть не на русском. Видимо, английский тоже дубляж. Актер озвучки. Это реально анрильная тема какая-то. Не нужно крайностей. Пожалуйста, убери. А, ебать, а это... Филимонов. Ебать, хорош. Вот это мой шутка. Ты обогнал стоит. Меня на последней теме. Ай-яй-яй. Ну, сейчас я счёл. Он же в этом. Я часто думаю о высоком Кроппере.
Он так далек от бурьонного мира. Но потому я и не мог там остаться. Надо нажимать. Это грузин какой-то вроде. Да, у него фамилия армянская, короче. Так. Блядь. Его имя русское? Сергей? Так. Все вспомнил. Сергей Джубишвили. Чонджишвили, как-то так. Чё, блядь, ну скажи нормально. Ну а как? Ну, чё не швили? Чё не швили? Как-то так, я ебал, я не помню. Я ебал, мне тоже 7. А, 4-й раунд ещё. Всё, заебись, Андрей, не всё потеряно. Ебать, ты так душишься. Да, бля, обидно на последнем этом выебаться. Вот тут выиграешь, Сеня. Аниме. Боги вымышленных вселенной. Вселенных. RPG. Самолетики. Пыво. Опио. Вымышленные языки. О. Симуляторы. А кто пак? Финальные титры. А, зрители кидал кто-то. Охуенный пак. Да, пак реально прям, блядь, вымышленные сказка, языки реально. Миллион, блядь. Понимаем. Несмотря на то, что он старенький уже. А, блядь, RPG самолеты давай. Надо было с пива начать. Это игра, если что, про самолеты. Я понял. Это норм, блядь, что это хуйня грузится? Microsoft Flight Simulator. Да, да, это он и есть. Не понял. За хуйня. У тебя СНД загрузилось? У меня загрузилось, быстро тоже. Бля, у меня багануло, походу. У меня типа, вот, знаете, когда грузится там видос какой-то, бля, походу мне надо О, вот у меня тоже, бля, сейчас. А что ты нажал-то нет. Ответ, голова? Или ты... Нет. Я нажимал F5, а хули я ответ нажал. А-а-а. Ну, Сеня, ну ты знаешь. А, это Kerbal Space Program у меня загрузилось. Да? Бля, ебать, походу сайт задедосили, мужички. Вау. Well. Дудос. Если можно, паузу какую-то. Да, я нажал. Я перезахожу. Я зашел, но у меня пока нет вопросов. А их, наверное, просто надо выбрать. У нас пауза, да. У меня просто... А ну, отожми паузу. Ну, я просто синий экран. А можешь выбрать? Выбрать? А я за тебя, блядь, не могу, что ли? Есть кнопка там дальше или пропустить? Ну, вот дальше есть вроде как. А, во. О, ебать. Где игра? Do a barrel roll. Смотри, это Остик. Это Пеппи. Это Star Fox. Скоро закончу стрим уже. Так, вот сейчас выбираешь. О, появилось. Выбираешь? Да, да. Найс. Да, да. Бля, ну это, если это не штурмовик, два штурмовик, то это я, не я. А чё не тыкает, хуй его знает. Сандея обгонять надо, не тыкает, блядь. Крутая игра, кстати. Скажите серию, даже я засчитаю. Fly Fight. Серия старая, пиздец, как моя жизнь. В прямом смысле, наверное, этого. Жестко. Где Галактика? Что это за игры? Пиво. Ну давай пиво. Давай. Ну там же, блядь, русское пиво. С номером, блядь. Бля, у меня нету. Блядь, достаньте паузу, не грузится, ребята. Так, ладно, хорошо. Какая, Сеня? 3. 3. Ребят, хорошо. Можно паузу? Нет картинки. А, да, ладно, сейчас. Уже не надо. Ну да, ну он просто Сеня уже тыкнул. Сейчас я тыкну... Тыкните этот, оп. Загрузи... Ну, не загрузился. Есть. Да, есть, да? Угу. Хайнекен. Кому не? Расслабься, старичок. Да, блядь. Сандей, блядь. Ой, это же он. Сандей, это же база, блядь. Есть. Бейст. Да в смысле, блядь? А чё не... Ва? Это старый мельник из бочонка. Мягкий, блядь, вообще. Плохо, кстати, нормально пиво. Нормальное пиво, блядь, за свои 40 с чем-то рублей. Да, нормально пиво за свои 40 рублей, правда, нормально. Сандей, готов. Давай, Даня. Это хорошо, я думаю, Даня должен знать. Вот это... Нету пока, но это не охота, это... У тебя подсказка была в этом, в, ну,
писал. Это меня расхуярило? Боярин, что ли? Да-да, боярин. Боярин. Жалко нету этого, блин, видеоряда. Это Шпатен? Да. Шпатен, Мюнхен. Мунич. Бля, вот бы загрузилось. Ого. Ой, блядь, это такая... Это... Так, ну я оставлю, загрузилось? Да-да, есть. Это, короче, у нее номер 357 вроде бы. Ну, защитой, блядь, ну, нормально. Ну, в принципе, да, блядь. Короче, как-то так, типа. 387, это, блядь, это такая санина, блядь. Он такой блядь, чисто спиртяга отдаёт. Да-да, говной банк. Цифру, блядь, запомнить реально название пива. Чё придумали? Название языка. Тидво. Зуу. Коравнид. Драконий язык. The Elder Scrolls. Хорош, хорош. Ну, просто из Теса. Нихуя. Нихуя, я думал, это Властелин колец. Орки. Какие орки? Это язык из Sims. Как он называется? Ну вот как игра называется, Валюха? Sims. Ну вот язык. Симмалионский. Ну да. Симский. Бояхун. Нелетерайн. Дан Карменик. А вот это эльфийский. А именно наречие? Наречие не могу, не скажу, но скорее всего лесное. Ну там эльфский, короче. Лесное наречие, блядь. А хуй его знает, какой там есть? Ну есть типа городские эльфы, блядь. В этом вопросик за миллион, ребята. Это из Аватара язык. Нет, это из Игры Престолов. Нет. А как их звали? Нави, народа Нави. Как их звали, блядь, кочевники? Ладно, если это... А, это ты отвечаешь? Ты ребята, наверное, были. Дотракийский? Да, охуеть. Хорош, хорош. Я не успел накликнуть, блядь. Реально дотракийский. Ох, ну это тяжело. Это из Варкрафта? Ну, мне не кажется. Ну, Даня, давай. Хуй знает, это язык Нави какой-то из Аватара, нет? Да нет. Ну, это из Варкрафта. Ну, а чей? Кто на нем говорит? О, скорее всего, какие-то, блядь, маги какие-то, может. Ну, раз. Это, блядь. Раса. Ну, чё, орки, блядь, пускай будут орки. Орки, блядь, ну почти попал. Значит, я не знаю, кто это. Кто это? Блядь, кингонский какой-то из Стартрека, блядь, честно, у меня нету... А где? А я... А, зачем ты сказал? Блядь, а я думал, все, уже время вышло, блядь. Ладно, отрежь просто. Эх, блин, а. Сейчас, 8500 у тебя было. Я просто не знаю ни одного человека, который был бы фанатом Стартрека, вот из своего круга общения. Я фанат этих, Теории Большого Взрыва, там тоже был Кингон. Жестко, жестко. Бля, я думал, просто закончилось уже, и это... Ну давай. Забайтинг будет жестко. Да. О, в смысле, на миллион, блядь? Не понял. Ебать. Ну, Сандею, чтобы победить, блядь, только одному надо отдавать. Охуенно, спасибо. Там 400. Заворожи мені, волхве, друже Сивоусі. Ти вже серце запечатав, а я ще боюся. Боюся ще погорілу пустку руйнувати. Боюся ще мій голуби серце поховати. Може, вернеться надія з тією водою, з цілющою і живущою дрібною сльозою. Це не моя рідна мова, но гэту мову я трохи разумею. Це українська мова. Ну так і є, так і є. Для, прикиньте, мільйон би давали за неї реально очко. Вот же оно. Это ЕТС. Ну, а часть? Вторая? Конечно. Первую вообще хоть раз кто-то видел? Да, блядь, нет. Вот такая же хуйня. Думаю, она квадратная.
Ой, блядь, нахуй нажал. Это Game Dev Tycoon. Да, крутая игрушка. Дай. Mm-hmm. Это, блядь, Hunt, блядь, а, The Hunter, блядь? The Hunter, я думал, Хан скажешь все-таки. Было бы жестко, блядь. Ой, блядь, это говно месить. Это, блядь, сука, инсайз еще пока дезвал в эту залупу. SnowRunners. Бля, прикольная игра, на самом деле. Классная игра вообще, радио еще на фоне врубали тогда, эх. Не, ну вначале мы прикольно в нее играли. Да. Ой, блядь, я видел, в эту хуйню играли. Блин, а как она называлась? Это называется, блядь, сейчас. Подводная лодка. Трое на подводной лодке. Вульфпак. Вульфпак. Хорош, хорош. Ну, она реально крутая, блядь. Мы тогда нахуй реально часа полтора катались, чтобы в кого-то попасть один раз. Ого. Сука, я недавно видел эту игру, короче, чё-то в Стиме. И смотрел еще, обсуждал. Ну, это род деятельности, типа, если так можно выразиться. Культист, точно, культист, блядь. А что, это настолка, типа? ХЗ. Ну, просто какая. Эх, сердце греет аж. Блять, можно загрузиться, пожалуйста. Это готика. Бля, картинка нахуй маленькая такая. Там Lionhead Studios, если что, Universe. А, так это. Это Fable. Хорош. Я по звукам узнал только. А там звуки боги. Угу. Там все похоже. В первом Fable такой саунд, а ты шо? Да, да, там очень хорошая музыка. Ребята, это Half-Life 2. Хорош, хорош. Я видел Valve, блядь. Больше мне не надо. Чё они ещё выпускали, да? Кто его знает? Ну не Dota же, блядь. Какой-то, блядь, Blood Rain. Это Vampire Masquerade? Да, да, хорош. Из-за Тройка Геймс узнал? Нет, я просто думал по этому, по саунду в основном, mm-hmm. по картинке. А музяка прикольная. Ну это что, военная, походу? Не, ну. Там было, грубо говоря, подсказочка такая. Вот, грубо говоря, вот подсказочка вам. А, ебать, это Dishonored. Ну да, ну тут в принципе с частью, но не вижу смысла душить. А, блядь. Ну, всегда я такой, да, Харви Смит, ебать, это Dishonored. Ну, потому что это охуенный чел, который съебался из студии. Крутая игра, походу. Раз такой эндинг. Громко. Ну, да, громковато, правда. Русская еще при том. Ну, или украинская, метро. Что за хуйня? Блять, это вот та монгольская игра, в которую я когда-то играл, чат? Это Кредл какой-то. Квест, монгольская игра. Ну там ты типа, блять, бегаешь по полям реально как... Монгольская, так и запишем. Блять, или... ну это она, да, это она. Ну тут, грубо говоря, можно, охуенно, тут да. можно сказать, что люди, которые в титрах, это главные актеры этой игры, а их там дохуя. Чё говоришь? Главные актеры показывали сейчас. Понятно. Вот, можете посмотреть название компании, которая у вас идет в титрах. Ай. Сложно, сложно, я не шарю. А, какая последняя у них игра-то? Почему последняя? А, потому что это... Сука, как же она называется-то? С девочкой. Отдаёшь все эти победы. Ой, блядь. Пизда, я забыл. Я был уверен, что вспомню. Не, не могу. Пас.
Он не может. Как эх, называется жалко. Эта игра, блядь? Ну вообще, пусть ты типа ты. Про Control говорил, что ли? Да, 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 она, да. Это не Control. Это не Control? Нет, но это другая игра от тех же ребят. Quantum Break. А, ебать, я же говорю, актеры. Актеры. Там же прям реальные актеры были в игре, а в Control вроде такого не было. Опа. Мастер ведь мастер. А какой? Действительно. Это изи. Второй или третий, типа, да? Ну да. Ну, пускай будет второй. Хорош, хорош. Убийца королей. Эх, оно. Вот погрузилось бы нахуй. Эх, блядь. Да. А загрузилось бы, ответил бы. Придется. Ну, может быть, это Divinity? Нет, ты не знаешь, что это, я честно. Я изи отвечу. Ты не знаешь, что это? Серьезно? Я случайно нажал. Ой-ой-ой-ой-ой. Dragon Age Origins. Надо с Андреем провести серьезный разговор, так сказать. Да, и нужно пройти это срочно. Я Fallout New Vegas, давай скачать, но не стала играть. О чем с ней разговаривать? Я вообще не стрим, блядь, буду там картинки посматривать, нахуй. Жестко. Что мы делаем? Чисто с секундной задержкой, да, не с 5 секундной. Да, да. Так, я выбираю, да? Да. Угу. Ух, ебать, там машина. Блин. Машина? Я сейчас... Это же Deus Ex, правильно? Да, он самый. Он самый, но старый. У меня быстрее грузит, чем у тебя на стриме, бля. А у тебя, может, просто стрим долго грузит тоже. Лучше в графон играть, смотри, бля. А у меня задержка же тоже большая. А вот это у тебя с ответами будет задержка, старик. Что, Валюха? Это уже Divinity первым. Ай-яй-яй-яй-яй. А вот и нет. Это Baldur's Gate. А какие? Блять, а их несколько там? Чё да, нахуй? Блять, да конечно, ты шо? Одни... Вторые будут тогда. Вторые? Ну да. Ах, блядь. Видно, человек не играл в Baldur's Gate. Да. Я впервые там просто, блядь, другие Baldur's Gate там выходили, когда ты ещё под стол, блядь, ходил. Да, да, они типа а эти, да, эти единственные новые. Я до тебя слышал Baldur's Gate чистый еще. Ебать. Ой, нихуя себе, чё. Нихуя нормальный, блядь, персонаж. Это Final Fantasy какой-то. Это вот, блядь, это Shin Megami Tensei, блядь. Опять он? Да. О, это прикольная, кстати, игра. Я играл в неё. Она на Сурсе вроде сделана. А пусть это будет вот это вот Ай, глазик. И уе. Сандей, это охуеть. Жестко, да. Это охуеть, реально. Что ты вспомнил это? Так, исполинское морское божество, спящее на дне Тихого океана, имеет... Сука, yes, ебать, я же не нашел. Task Force. Лавкрафтовские мифы. Главный бог пантеона девяти, почитаемого Сирадильской империи, повелевает временем и часто... Шор. Кто? Подожди, главный бог потом Шор. Это Эстес. Ну, это Эстес. Шор? И Белла Акатеш Кинарет. Шор. Акатош, ёпта, Акатош, Акатош, Шор, это хуйня. Акатош. Блять, Шор, нахуй. Ну его Шором называют еще. Да, ну у меня Акатош написано. Похуй. Акатош или Шор? Бог грома и защитник земного царства. Ладно, подожди. Это тот, который Райден? Да, это тот, именно тот. Лайден. Убирай. Боги-близнецы, один из них сильный, но хитрый, а другой хитрый, но сильный. Горка и Морка, бля. Да. Изначальный дракон порядка. Ее слезы являются редчайшим артефактом, с помощью которого можно возвести специальное здание фракции в столице. Ох, блядь, ну это жестко. Это Теска? Нет, старик. Это что-то знакомое. Это сила герои, блядь. А, герои, аска, пятые и шестые. А, ну возвести здание, да. Верховный бог вселенной D&D. Центральный бог, никогда не отвечающий на молитвы смертных. Пускай это будет этот, блядь, кто ведет игру, гейммастер. Да нет, Даня, ну типа он внутри, он внутри лорова прописан, а, да. Да? Да. Конечно, старик. Пускай будет боженька и бог. Господи. Бог, господи, да. Да. Это господь, господь. Лорд Ао какой-то. Ао. Ну и аниме? Давай. Аниме Ао.
Это Наруто. Да. Ну, это грамотно. Первым ответом Наруто хипашить на аниме — это не ошибка. Просто всегда это делать, даже без звука. О. Это... Блядь. Да, реально, это... Блядь, это не Бакана, это... Или это Бакана? 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 Так и называется? Бакану с двумя К. Бакана, нет. Из мемов. В натуре мемы. Музыка знакомая. Ай, блядь, это сука, это жопа ебаная, блядь. А, да. Блядь. Ого. Бля, ну это жестко, мужики. Валентина, последний вопрос ваш. Блин. Это войны, прямой путь воинов. А Самурай X. Войны, прямой путь воинов, только магии, лабиринт магии. А, все без финала, бля. Да? Да. Ну вот Пак охуенный, на финальчика не хватило. Можно было бы засунуть какой-то. Пак прям на десяточку, но из-за того, что нет финала, нет, на девяточку. Да не, минус 3, я бы даже сказал.